Ну что, Пупу со школы пришла? У меня кончается, когда будет первый этот выходной. Смотрите, друзья, какая маленькая Пупа и какой большой рюкзак. У меня вот отсюда. Да. Что, у тебя полный рюкзак, что ты говоришь? И там надавали что-то всего? Это матика, когда закончится, это все школы будут летние каникулы делать, потому что там очень много недоделано. Это кюмпи твоя. Да. Покажи. Старая. Ты мне показывай. Вот. Кюмпи. Так, следующее, что у тебя там в рюкзаке носишь? Это нам были. Это для этого. Это что у нас? Соми, пугу. Пугат. Вот это фломастер специальный, можно стирать бумажкой. Да, я такой фломастер делала... специальный. Да, и можно стирать. Вот так. И пальцами. Ну, уже плохо отстирывалось, когда очень давно писали. Так. Здесь мы, это, Тау Тисанат. Еще. Это что это такое? Это... Пропись? Такой, да. Здесь мы... Покажи мне. Это Санат, правильно. А здесь, другой стороной, мы, это, буковки рисовали. Буковки учите писать? Угу. А покажи картиночку. Какую? Обложку. Здесь это такая, где мы слова, а здесь, где мы это... Кирьойту свихко. Пишите. А здесь санне-лу-вихко. Там прописи, тут слова какие-то. Так, а этот ома-техтовик-вихко здесь мы просто это когда... Домашнее задание? Нет, это просто, когда я все сделал так... Можно это своим делом заняться и порисовать. Да? Свободное от уроков время? Ага, пока все сделал так. И я здесь очень красиво не взял. Вот. Здесь так. Это у нас старый техтовик-вихко. Угу. Какие большие у вас книги, учебники. Слышь, сколько у тебя там? Это у нас старые. Ну, еще так. А зачем ты ее носишь старую? Только сегодня выдали ее. А, это забрать домой сказали, и... все? Ой, какая она неровная. А тебе надо будет потом их сдавать, эти, или это все уже тебе останется? Останется все, как у Сандры. Это у нас что-то, ну, импорист. Природоведение, наверное, да, по-русски это? О природе у вас все? Ну да, такое. Окружающая природа. Это нам выдавали. Это что это? Мама наша снимала видео, выставка была всяких вещей, каких в школе делали, в пику сали. И там это было, мое, Эмилия, Юксиде. А потом будет Каксибы. Это тоже там было в выставке. Это тоже твое? Это котик. Это когда это вязали. Помнишь, это я говорила, киса? Что, помнишь, я говорила, что мы вязали? Как по-фински котик? Киса. Да. Вот мы вязали вот так. Это вязать, а это такой, на такой рулончик, наматываешь, потом разрезаешь, там такое, там две рулончика, потом разрезаешь, убираешь, и такой клуб получается. Да? Пушистенький. Ага. Ушки. Что Надеюсь. Еще там у тебя в рюкзаке? Пенал только. Пенал? А пенали что, осталось что-нибудь, или у тебя все потеряно уже? Это карандашка. У меня очень мало обычных карандашей. Ничего себе мало. У меня все сломано еще. Мы еще точилки отдали. У меня только одна точилка отсюда осталась, где можно точить чужие. Ну тебе хватило то, что тебе мама покупала на год? Ну да, там еще нам выдавали сколько раз? 3 раза карандаши. Да? И только-только хватило? Угу. Ясно. Все, собирай портфель. Вот такая вот у нас ученица. Пусто. Портфель тяжелее, чем Эмилия. И мне теперь нужен будет новый рюкзак, потому что он у меня весь дырявый. Уже дырки. Да, потому что дети... Уже только первый раз вижу эти дырки. Да. И это. Друзья, всем привет, добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас суббота, и мы сегодня идем, вернее, я сейчас собираюсь к детям в школу. У них сегодня будет Кеватюхла, весенний праздник, ну, правда, уже 2 июня. Они будут прощаться со школой и уходить на летние каникулы. У них сегодня в 10 часов вот нас позвали родители в зал, будет представление. Сказали, что все первоклашки будут скопом петь. Эмилия учила песенки к этому дню. Кстати, наверное, придем домой, она для вас споет их. Я не знаю, что Сандра учил, ничего бумаги ему не давали, но наверняка тоже что-то будет петь, потому что Эмилия дома пела, а Сандра не пел. Хотя нет, сегодня что-то пел. Они ушли у меня в 9:30.
После, значит, вот этого выступления они пойдут в свои классы, где им выдадут тодистусы. Это так, ну это же не аттестат, я не могу их назвать их аттестатами, потому что там оценок не будет, там будет просто написано хорошо, очень хорошо, удовлетворительно или как бы плохо. Вот так вот. Оценивается также поведение, на что Сандра мне сказала: мама, даже не надейся, что у меня будет хорошее поведение, можете даже не надеяться. Эмилия сказала: ну, у меня, наверное, будет хорошее поведение, у меня замечаний не было, только по русскому языку. Ну, русский не считается. Я говорю: считается, считается. В общем, Сандра очень боится за свое поведение. Косяков у него в этом году было достаточно. Я ему говорю: Сандра, всегда надо думать головой о последствиях. Он мне такой: ну, я думал один раз. Вот так вот и живем. Возьму вас с собой, что могу, сниму. В общем, пойдемте. Ну что, я уже иду, на улице ветер. Снимать будет плохо на улице. Что-то в этом году мы не подготовились и ничего не купили учителям. Но вообще у финнов не принято дарить. Но вот в прошлом году мы дарили пачку кофе и конфеты. Они в основном хотят... они говорят, что не дарите цветы, дарите лучше что-нибудь съедобное. То есть у Зандра конкретно учитель писал, что лучше... лучше даже подарите бутылку вина, чем какие-то там цветы или коробку конфет. В общем, да, сейчас иду. Видно, что идут уже с цветами, потому что у старшеклассников было 8:30. У мелких классов позже, машин много стоит. Даже на стадионе парковку сделали. В общем, покажу, что смогу. Ну все, едут и едут еще. Повезло сегодня с погодкой. Тепло довольно-таки, ну вроде дубинь обещают на следующей неделе. Так вот, я вижу, что уже мелкие идут гуськом туда в зал. Старшеклассники там фоткаются, стоят. Ну это класс, наверное. Там выстроились. Народу просто обалдеть, сколько мест не хватает. Миля там вообще далеко-далеко, не на рей видно не будет. Но вот там стоит далеко-далеко зайка. Вон она там. Понимаю, что только первоклашки поют у нас в этом году. Наши кролики идут. Ну что, все, трясешься про свой тодистус? Я знаю, что там будет. Плохое поведение 100 миллиардов. Говорит, мама, даже не надейся, говорит, на хорошее поведение. Да, у вас каникулы уже. Мы пришли, в общем, сейчас посмотрим. Жалко, посмотрим тодистус, и жалко, не удалось Сандру учителем встретиться, попрощаться, сказать спасибо, хорошего лета. Потому что у Эмилии я была. Эмилия в этом году захотела мое присутствие. Сейчас я немножко погуляем, поедем еще на тренировку сегодня. Стипендии в этом году мы тоже не получили. Но, возможно, в следующем году получим. То есть не может один и тот же ученик получать стипендии каждый год. И у Мили трое получили с класса, и у Сандры тоже, по-моему, трое. Стипендии не за хорошую учебу, например, а за активность, насколько ты активен, насколько ты помогаешь другим, насколько ты хороший друг. Вот такие вот стипендии. Там голосование было в классе даже у Мили между учениками за одну стипендию. В общем, стараются как-то поощрить детей. Стипендия в размере от 25 до 10 евро
В общем, ну, как бы сумма такая небольшая, но детям это хорошая мотивация, опять же, на лето, как какие-то карманные деньги. Да, вот Сандра не выступала, вот почему у него не было ничего такого песенного, потому что они не выступали, потому он не учил. Потом Эмилечка для вас отдельно споет песенку, да, споешь потом? У меня есть видео на телефоне. Ты снял видео? Угу. Получила чупа-чупсы, и они еще получили по мороженому. Сандра, ты переодеваешься? Я? Нет, вот эти штаны снять. Нет, в этих нельзя гулять. Ну что, мы отвезли Эмилечку на тренировку, сейчас идем с Сандром гуляем. Да, Сандр? Я. Сандр расслабился, да? А перевели его в третий класс. Так, мама, меня... Ну, посмотри уже мой Тодис, то есть, дай пойду гулять. Ну что, меня в третий класс перевели? Там пофиг на оценки, да, перевели? А, ну ладно, тогда я пошел гулять. Да? Да. Вот так вот. Кстати, меня очень удивляет оценивание русских учителей вот, по русскому языку. Потому что, ну да, они, может быть, их строже оценивают, потому что все-таки русский родной. Например, те, кто вот финны оценивают по-фински, да, математика у Сандра очень хорошо все, там даже Рено Майнен было, что 5, там 4 критерия было. Я покажу, наверное, вам. А и... что такое критерии? Критерии. Ну, как ты считаешь, как ты знаешь цифры, как ты понимаешь, как задача поставлена, что надо делать. То есть у него все хювень-хювень, и цифры он знает очень хорошо. Странно, что тебе Лаури не поставил, что ты считаешь у нас Эрина Майна. Это же очень хорошо, но очень все хорошо, кстати, прибавляет большие числа в уме и перемножает очень хорошо, без бумажки вообще как-то так у него голова очень хорошо работает в этом плане. И по финскому языку он получил тоже хювин-хювин, все хорошо. А по русскому языку тоже получил хювин. Хорошо. В этом году. А в прошлом году была осить тайн, то есть частично справился. Хотя в прошлом году он уже умел и читать, и писать. Но почему-то его оценили меньше. Зато у Эмили по-русскому сейчас все... Осит тайн, что она частично справилась. Единственное, что она хювин там что-то... А, на уроке себя хорошо типа ведет. Поведение у обоих хорошее. Что меня, в принципе, удивило насчет Сандера, потому что в прошлом году у него было удовлетворительное поведение. В этом году Лаври решил тебя пожалеть, не портить тебе. Видимо, хорошо себя вел, только в конце маленько поднасрал. Вот. У Эмили тоже хорошее поведение. У Эмилии по математике она хорошо считает, у нее прям Рено Майнен стоит 5. И остальное все хювин, то есть все хювак, все предметы. Дети переведены в следующие классы. О, мои любимые цветы, вот я... Это, по-моему, Иван-чай, только у нас он в Эстонии вообще другой. Вот кто знает, это Иван-чай? Я их так люблю, я их первый раз увидела в Финляндии. И они бывают еще розовые и темно-розовые. И вот такие, знаете, интересные у них листья у этих растений, цветов. И меня всегда интересовало, что это такое? Я просто раньше такого вообще не видела. Я сделаю порох. Порох. Порох из другого делается. Нет. Так что вот они такие красивые, мне так нравятся. Порох из камня можно сделать. Нельзя когда... из Нет, камня. Нет, один раз я положила огромный камень, начал искру долбить. Можно сделать из камня, порох нельзя. Сандр ломанулся к детской площадке. Так спокойно, хорошо. Отдыхают, люди на травке сидят.